Ребята, рад приветствовать вас всех на полуфинальном матче в лайве. Турнир Румынский кубок. Вот так, я думаю, будет видно всем. Окей. Окей. Вот так, думаю, будет супер видно. Полуфинальный матч. Про сетку я вам расскажу позже. По ходу встречи играю полуфинальный матч с Кристиной Додя. Окей, я выберу А, как всегда. И погнали. 5-1. Начало. Окей, погнали. Давайте, ребята, поставим full screen, чтобы было видно всем. И немножко отодвинем камеру. Я хочу сделать это все на будущее как-то более целесообразно. Я не знаю, как это все делать. Ребят, я не блогер, я не это вот, я записываю это все, делаю это исключительно, веду свой канал для своей семьи, для своего ребенка. Но помимо этого я делаю контент по нардам. По нардам, естественно, и игра, которая соединяет многих, и поэтому мы тут собрались. Ребята, болеем за меня, потому что не знаю, я бы обе бил. Я бы обе бил. Тут 4, тут дабл и тут тейк. Это 1, 2, 3. А где 4? 2, 3, 4 тогда. Окей. Да, ну, понятное дело. Мне 4 очень нужно, ребята. Мне очень нужно 4. Нету, 6, 3. Здесь дабл пас. Конечно, здесь дабл пас. Естественно. Ребятушки, кто присоединился к этому матчу? Мне кто-то позвонил на мобильный, извините за это. У меня телефон в лайве. Значит, можно так сыграть, можно так сыграть. Пятый пункт, это очень хорошо занять. 4-4 вот дать. Окей, ладно. Хорошо, 6-6 дали. 2. Окей, может пробить. Может пробить. Не пробила. 5-4. 4. Подожди. Это 5. Это 4. Не знаю. Давай, попробуем. 2-1. Хорошо. Да. Пять. Нет, но бить надо. Бить-то надо. 1-5. 3-6. 3-6 не бьется. 3-6 не бьется никак. Да. 5-2. Окей. Что есть лучше? Я не знаю, что-то есть лучше. 5-2. Ну что, разве так лучше? Фух, я не знаю даже, если так лучше. Ребята, я настраивал пока этот вот лайв.
Я забыл зарядить этот, как его? Запись экрана. Так интересно выглядит. Запись экрана. Так, еще раз, ребята, забыл записать запись экрана. Кто-то ждал этот матч не в лайве, а именно в записи. 2-5, может быть так. Давай так, окей. Сделаем. Да, я приму здесь. Я приму здесь. 3-1, окей. Да. 5. Хорошо, уйдем под шестерку. Обязательно. Обязательно. Да, это тейк. Это тейк. Это обязательный тейк. Знаешь почему? Потому что 1-6-6-6-5 это уходит. 5-2 бьется. Ну хорошо, ну 4 надо сбросить. 2. 3. Окей. 6-1. Что мы делаем 6-1? 6 это и единица здесь. Это 2 обязательно. 4 здесь. 4-3 можно бить. Можно. И делаем прайм. Вау! Можно 4-3 бить и оставлять эту под боем. Да. 2-6-4-4 это мощный камень. Даже 4-5, 4-6 тоже пойдет. Нет. 5-5 здесь. Раз, два, три, четыре вниз. Да. Да, это 4. Это 1. Давай здесь вниз спустим. Без разницы. 6. Да. 5. Хорошо. Остается. Раз. Остается надежда. 2. 3. 4, окей. 4-3 может бить и убегать. Вау, 4-4 это мощный джокер будет, ребята. Мощный джокер. Хорошо, 6, 4 заворачивает. Напоминаю еще раз, ребята, кто смотрит в лайве. Всем привет! Кто смотрит в записи, я также буду записывать эту игру и выложу. Это обязательно 4. Да. 2-1 здесь. Да. Ждем 4-1, 5-1, 6-1. Не у меня, у соперника. Вы не поняли, ребят. Уже нет. Уже нет. Окей. 3-0, ребята, проигрываю. Раз, два, три, четыре. Что поделать? Без никаких соплей. Здесь без никаких соплей. Просто проигрываем по дилу. Двойку взяли
Мы смело. Тоже нормально. 5-5 очень хорошо. Раз, два, три. Это 4. Да, 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 да. 3-3. Это 2. Ты знаешь, эту песню больше не будем ставить. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Да, Юль? Или на фарт поставим? Нет. Как в Стамбуле. Я уже там засыпал. Но все равно выиграл этот матч. Шесть, три. Что у нас лучше есть? Ничего лучше нет. Шесть, шесть, что там? Да, я дам дабл. Возьмет. Два, один, да. Возьмет. Два. Раз, два, три. Значит, и три, и здесь четыре, может быть. Не знаю, да, да. Четыре, три, окей. Пятерку оставить. Может, шестерку оставить. Раз, два. Три, четыре. Три, шесть. Блять, почему она меня вернула? Я не понимаю. Раз, два. Три, четыре. Четыре, может быть так. Может просто пятерку оставить, да, окей. Вау, 5-6 мощный ролл. Три, четыре, вау, проиграл, наверное. Наверное, надо смириться. Ребята, надо смириться. 5-0. 5-6 бросок. Это был мощный. Просто пятерку дал. Раз, два, три. Окей. Мощный, мощный, мощный. Четыре, три. Окей. Бежит, куда денется? Куда денется? Потому что бежит. Окей. Четыре, а три. Здесь. Окей. Да. Раз, два. Давай сделаем так. 5, а 6, 5, 6, да.
Три здесь. Да. Не делаю так. Четыре, три домой, да? Очень мелочевочка. Очень большая мелочевочка. 6-3. А, окей, да. Я не знаю, здесь ничего мне не помогает. Разве что 5-5-6-6 какие-то. Сделаем еще чайчика. Мне кажется, надо брать здесь. Ай, 82-67. 20 на поинтов. Что надо играть? Ребята, надо играть. Не буду я бить. Нормально. Нормально и так, окей. Нормально и так. 6-0. Проигрываем. Да. Но это раз-два, понятно. 3-4 здесь. Здесь надо уже поактивней включаться в игру. Просто поактивнее включаться в игру. Что мы будем делать? Так. Ага. 3-3. Раз-два. Раз-два-три. Но это бред. Это бред. Нужно делать прайм. Раз, два. Три. Четыре. Окей. Давай. Я хочу и здесь ловить его. Да. Пять, четыре. Здесь и здесь. Два. Опять. Ну, извините. Извините. Здесь тогда и дабл. Здесь тогда дабл. Неужели это трик? 147, 155. Вау. По всей видимости, это трик, но не знаю. Я хочу на морскую. Давай. Да. Это 5. Это 6. Это просто хорошо. Пошло это раз. Это 2. Это 3. Это 4. Так. Может быть, это и вот так. 3-3. Дуплицирую 2-2. Очень плохо. Вау! Дилемма хорошая. 2. 1. Так, 3-3. 2-2. Блин, везде 3-3, 2-2. Ты знаешь? Ты знаешь, 3-3, 2-2 везде.
Раз, два, три, четыре, окей. Пять, два, давай. Раз, два, три, окей. Два, два. Зачем мне давать ему 2-2? Три. Это 4, это 5, понятное дело. Мы пойдем здесь, ребята, на Марс. Это я вам прям железобетон говорю. Железобетон. Раз, два. 4. Здесь ничего не должно случиться. Пять, один. Окей. Раз. Два. Три, четыре. Что у нас есть лучше? Раз, два. Три, четыре. Блин, ты знаешь, избавиться от шестерки. Почему бы и нет? Марс так и так. Ребята, да Марс так и так. Блин, здесь еще один дубль. Но так, какая разница? Вот смотри, что так один дубль. Какой-то крупный. Подставляюсь вот этой. Что так обезопашу себя. Так. Именно кидает тройку. Именно кидает тройку. За что мы и любим эту игру, ребят? Еще говорил в лайве, железобетон, железобетон, вот так оно, железобетон. Фух. Еще как бы не перекрутилось это на четверку. Ай-яй-яй-яй-яй, да, хочет она, я не знаю, если это она вообще играет, но написано Кристина Додя, но я не уверен. Может быть, это муж с женой также сидят и, грубо говоря, муж играет за жену с двух профайлов. Вообще понятия не имею. Понятия не имею. Да, если ты 4, я беру. Ты что, прикалываешься? Потом переверну на 8, если что. Что да как? Конечно. Раз. Все, девка поплыла, Кристина Доди. Слышишь, Юля, я уверен, что это муж какой-то играет, либо парень, хер его знает. 3-4, окей. Бля, без четверки. О, это было нужно. Блин, может, еще и Марс ловлю. Ты смотри, еще и не дает. 2. 1 нужно делать. Ну а как? Ай, именно 3-1 дает. Именно 3-1 дает. Именно. Ты представляешь, 1-3. Вау. 3-4. Раз, два, три. Ты смотри, именно дает. Все дает. Лака очень много. Очень много лака. 6-1. Один бьет. Окей. То, что один бьет, это однозначно. Блин. Может быть, уже пропустила куб.
неужели? Неужели? Зачем нужно было так делать? Обезопасить. Да, ну у нее куб, она уже давно могла ставить. Раз, два, три, окей, четыре. Значит, попропускала куб, то все, пас здесь уже. Вау, а зачем? Здесь Марса нету, здесь 5-5 я могу бросить и еще выйти вперед. Камон, вообще, блядь. Эйфория, наверное, хорошая. 6-1, 5-1, 4-1. 6-2 тоже пойдет. Давай. Вот. Забыл про куб. Что-то что? Прикалываешься, что ли? Пишет, у меня было везение. Не смеши, народ, везение. Какое везение у тебя было? На перспективу вот это 6, да, окей. Ой, блядь. Давай. Я не знаю, что здесь может перевернуться, чтобы я выиграл этот матч, но 8-0, матч до 21 очка. 5-3, не могу зарядиться. Здесь 2, здесь 2. Удваивать я должен брать, по всей видимости. Раз, два, три. Но все равно никак не закрывает вот это, потому что здесь, да, никак. Здесь надо делать. Здесь надо делать. Раз, два, три, четыре. Да. 8-0, Юля, я проигрываю. Ты представляешь? Ой, блин, это жесть. Да, здесь дабл пас. Дабл пас. А могла и не зарядиться единицей? Могла и не зарядиться единицей? Я не знаю, не знаю. 5-2. Я бы 5-2 здесь сделал. Дальше проблема может быть, если я заряжусь единицей. Ага. Ай. Что там такое, Юля? Дай ты эту единицу, я не знаю. 5-4, смотри, все закрывает. Бля, ну вот это пофартожопая баба. Я не знаю. Честно, я не уверен, если эта девушка играет. Я не видел ее, никогда не слышал на турнирах никаких. Ничего, вот с 4 года назад, грубо говоря, я первый раз поехал на турнир в Онежд. Я никогда не слышал про эту женщину. Никогда вообще, ни в каких даже... Мне кажется, это мужик просто перед... Блядь, Юля, капитан очевидность. Я только только недавно это рассказывал. Ну да, как ты и сказал. Выбрал никнейм какой-то и вперед, блядь. Погнали, блядь. Хер поймешь, блядь. Это в турнире том, где за доску. Она тоже в топе была. Она.
Да она, конечно, она. Я имею в виду, что она в топе была, что я имею в виду? Чинч-минути, пауза. Пауза. Короче. Да, ребята, 10-0. Попадаю. Это потому, что моей цыганки здесь нет рядом. Она что-то стремится написать. Нажали на паузу. Я выйду, отдохну 5 минут. Ну столько лака, я просто не понимаю, почему вот так такой дисбаланс лака идет вот этого. Оставь эту фигню. Зачем ты вот это делаешь? Ну хотела поставить, не получается. Так у тебя и не получится, потому что ты не понимаешь, как это делать.
Я не говорю, что женщины так не играют. Я тебе говорю, что я не слышал про это имя. Я никогда не слышал про это имя. И смотри, заявляется вот этот игрок. Я следующий турнир точно так же могу заявиться. Я зарегистрируюсь под твоим логин-никнеймом и скажу, это Юлия Подкосова играет, это Вадим Подкосов играет, это Галина Подкосова играет, и Тимур Подкосов играет. Четыре игрока, они все играют. И я буду играть за все четыре аккаунта. Я уверен, что это так. Но я не буду обманывать, грубо говоря, что скрывать свое имя, фамилия. Но я этого игрока ни разу не видел ни онлайн, ни офлайн. Нигде в лайве. Нигде в онлайне. Реально. Где мой итальянский кофеечек? Сделаю себе. Давай, вперед. Посмотрим. Завтра ко мне Арменчик придет в гости, блядь. На нарды. Вот с ним весело играть. Вот с ним весело играть. Всегда. С моим братцем. Вообще, да. Я не знаю, блядь. Если бы как минимум 10% вот таких армян было, вот как Армен, круто было бы в Молдове. Окей. It's okay now. Okay. Сделай мне кофеечек, когда готово будет. Раз, два, три, четыре. Блин, 4-4. Ну конечно, блин. Ну что может быть лучше еще здесь? Я не знаю. Фух, раз, два. 3-4, окей. 6-1. 3-4. Я не знаю, я не знаю.
Только это 6-1-3-4. Правильно играешь. Видишь, она правильно играла. Нет. Сейчас больше даешь возможности мне ударить тебя. Не делай вот этого. Не делай, потому что 6-6 будет губительным. Окей. 5-1. Да. Давай так, 3-1, какая разница, что 1, что 2. Ха-ха-ха, даю двойку. Эй! Правильно, правильно, вот это хороший ход. Хороший ход. Делаешь правильно. Это не она играет. Я уверен, это не она играет. Слышь? Да. Я уверен, это не надо. Пошли, пусть сядет. Слышишь, этот турок в Стамбуле мне наливал с вот этой фигней без ситечка. Что он тебя наливал? Когда с Пашкой встретились и с турком тем. А это итальянский. Ну, это один. Бля, как хочу со Славой встретиться. Не знаю, почему он мне перестал на звонки отвечать, я не понимаю. Раз. Два, три, четыре, окей. 6-4. Бля, я не понимаю. Ну что домой? Ну, домой по-разному можно сыграть, домой. Как домой? Что такое домой? Домой я это понятие. Вон идет домой. Бля, ну это домой понятие растяжимое домой. Ты объясни, какими домой. Вот, видишь? Раз, два, три. Блядь, начинается. 100 на 106 надо брать, блядь. Надо брать еще 10. Вау. Блять, фарта не занимать. Сука, как можно так играть? Я не понимаю. Бля, мне надо заканчивать с этими нардами. Я начинаю нервничать. Я просто начинаю нервничать. Сколько можно играть в эту игру? Шесть, пять, ну окей. Давай, двигай уже. Не боимся. 5. Окей, 4. Не боимся. Да? Да, да. И все идет. Смотри, я убегаю вот этой. Вот сейчас шестерка какая-то идет. Я убегаю вот этой. И он потом кидает 6-2, 2-2 или что-то такое. 3-3, 2-2, 6-2. Там. Я не знаю, что будет. Ну вот, пятерка. Видишь? 5-3. Ой, тейк, конечно, тейк. 3-2. Да. 2-3. Бля, ну как мне здесь пасовать-то? Я не понимаю, как мне здесь пасовать? Как мне здесь пасовать? Я не знаю в эту игру. Ой, боже мой. Это нужно делать 4. Это нужно делать. Блять, именно 6-3. Именно 6-3. 3-1. О, 3-1. Все. Блять, а ну какая разница? Какая разница? Все равно, если я здесь сделаю. Даже если здесь стоял 5.
Блять, лака вообще нету. Бля, ну конечно, цыганка моя ушла разговаривать по телефону. Все, пиздец, блядь. Какой-то пиздец, блядь. Творится, блядь. В этих нардах. Надо заканчивать, блядь, с этой игрой. Да ничего не помогает. 5-5-6-6. Не-не-не. 4-4-5-5, да-да. Окей. А, ну на один. У-ха! Давай, не благодари. Лакфакт. Сори, 6. Блядь, ну и здесь, блядь! И здесь! 6-5 именно! Давай здесь. Я хере... Блядь, и здесь 3-1. Блядь, ну надо заканчивать с этой хуйнёй, блядь. Короче, ребята, отписываемся, блядь, все. Все отписываемся, кто смотрит сейчас нарды. Все отписываемся. Я не знаю, что здесь происходит. Просто why mama jump? Why mama jump? Я не знаю, просто, блин... Очень обидно. Ты посмотри, раз, два, три, четыре. Ничего не бьется, ничего. Ты посмотри, закрывается, раз, два, три. Смотри, все идет. Блядь. Бля, башка разболелась конкретно. Не надо мне даже 6-3 здесь. Не надо, потому что вижу, что эту всю игру не прёт. Всю игру не прёт! Да тихо, не кричи. Юля. Он бабки в кошельке. Если не хочешь болеть за меня, ты можешь выйти здесь, в казино поиграть. Да, сейчас я что, играю в казино? В жизни не играла и не собираюсь. Фу. Вай, мама джан, вай, мама джан. Что творится здесь, блин? Я не знаю. 12-0, ты представляешь? Мне интересно, это Кристина. Кристина Доди. Будет в Бухаресте. Я не знаю. Кто такая Кристина Доди? Я спрошу в этих в группах, в фейсбуках. Я реально хочу спросить. Знаешь, что такое спросить? Спросить по-пацански, блин. Спросить, блин. Кто этот... Пацанские! А смотри, блядь, да я уже не удивляюсь, блядь. А, блядь. Пиздец какой-то. Реально, это пиздец творится, блядь. Я не могу ни один ход зарядить. Смотри, еще и хочет прийти третью. Хочет прийти третью. 1-1 дай. Тим, ну не кричи ты так. Да мне все равно. Все равно. Целый день орешь. Надо одеть на фарт этот.
правого сектора. Здесь моментальная отписка, ребята. Моментальная. У ватников моментальная отписка. Сразу. Отсеиваемся. Бля, ну все идет. Я хуею, все идет. Ах, Катюша ты моя, Катя ватница. Зруби эту песенку. Зруби. Все, ребята, отписки. Отписки. Отписки, ты тоже такой. До ватник, сразу да, отписки. Да. Бля, у меня сглаз на этот лайф. Я зачем поставил этот лайф? У меня сглаз пошел какой-то, бля. Может быть, ватники смотрят. Форест лютый. Катя. Катя ватница. Кто не слышал эту еще песню? Орест лютый, Катя ватница. Раз, два. Три, четыре. Блять, играю правильно. Ей-богу, играю правильно. 6-5. Ну да, да, да. Двойка либо 6-3, 9 сумма. Ой, мама чан. 2-4. Бля, в коем веке я поставил двойку, и здесь пас будет. Забирай. Ах, Катюша ты моя, Катя ватница. Гениальное решение, гениальное. Думала прям, я не знаю сколько. 14 дней. Звитки берутся ватники. Дай погромче, Юль. Чтобы отогнать нечистую силу. Давай. Давай, на полную катушку. Не, на полную нет. На полную, пожалуйста. Штрафы я плачу. И были вид медики. Давай, дабл, иди сюда. Крым. Thank you.
Да дай погромче, я не слышу. Я ни хера не слышу. Я слышу, а ты не слышишь. Я не слышу. Просто нифига не идет. Просто чтобы накрыть вот это, не идет. Фу, давайте, давайте, ватники. Отписываемся потихонечку от вот этого молдавского националиста, у которого мама украинка, отец русский. Ратница полюбила Катя Путина, развратница, ревнушник в душе. Души яблони, за дедов да за победу, водки яблони. Четверку! Давай вперед, иди сюда. Иди сюда. Вы, сука, фашисты все, блядь! Вас всех нахуй все ебашат! Америку радиоактивный пепел, блядь! Вас негры жопы ебут! Катя, вот кто тебе это сказал? Мы боремся просто за свою землю, за свою волю, боремся за свой народ. Какой народ? Какой нет народа? Нет народа, кроме советского! Советский Союз, колбаса по 20, водка 60, блядь! Где они нахуй? Верните мне СССР, блядь! СССР теперь мало воли. СССР было 50 миллионов своих народов. Знаете, что вы не знаете? Блядь, а ваша хунта, которая от этих пальчиков сюда полезла, блядь! Что это с ним делало? Вы рассказали ребенка, блядь, на кресте, нахуй! Катюша, ты моя, Катя, подница, полюбила Катя Путина, развратница, расцвели у ней в душе. Как он 6-2 кинул? Как? Я уже перешел на он. Видишь, это как у армяне, блин. У нее нет, она он. Ебанее, лучше крипомикс. Идет кацап по городу. Поставь, пожалуйста. Пошел следующий. Ты понимаешь, как 2-6 кидают? Помните, блин, и мне уже это не ты понимаешь. Еще пишет мне «Sorry, Lucky». Зачем ты мне это пишешь, нахуй? Зачем ты нахер мне это пишешь, блядь? «Sorry, Lucky», блядь! Орешь, Вадим, ну это уже бред у тебя идет. Да не бред, я в онлайн эти нарды больше не буду играть. Не играй. Да не буду играть, блин. Жду лето, буду крокодилов этих искать. Идет кацап по городу. Она еще ставит... Она, он, я хер его знает. Еще пишет, я думала, что у тебя connection problem. Давай, заряжай, блин. Орест лютый, идет кацап по городу. Идет москаль по городу, блин.
Боже мой, Юля. Что? Вот она. Ну вот она. Дай погромче. Дай погромче немножечко. Громче уже. Как говорит наш друг Слава, встреча еще будет. Завтра звоню Славе, хочу встретиться с ним. Стройный, а вин так, сука, нет. Блять, встреча будет на 8. Раз, два. Мама, моя болельщица. Смотрит эфир? Да. Говорит, наверное, Вадим, хватит материться. Нет. Она за более за украинские темы. Окей. Отписываемся. Все отписываемся. Я в первую очередь. Все отписываемся. 2-5. Смотри, 6-2, смотри. 4-2. Все отписываемся. Спокойненько. 6-2, да. Посмотри на кое. А, все? Все это как. Все это когда ноги холодные. Нет, я имею в виду. Юля! Матч! Что, Юля, я тебе говорю, все, закончился матч. Ты сразу все, ноги, блин, холодные. Я вижу, что у тебя минус 8! Да что ты орешь? Хватит, Вадим! Да я заканчиваю в эти онлайн-нарды играть! Я тебе давным-давно сказала это делать! Хватит, блин! Хватит, блин! Жесть просто какая! На 7-6 сыграть пиар матч за 21-го? Дичь какая, блядь! На минус 8 просто... Ты просто подумай, минус 8! Ты не понимаешь, что это? Не понимаю.
Да ты не понимаешь, Юля, ты играешь со мной хорошо, в живые хорошо. Нарды. Ты думаешь, поперло там туда-сюда, не поперло. Ребята, отписочка сразу же. Слышали все до этого. Кто не поддерживает, вперед. Туда. Кто поддерживает, сюда. Вот оно. Вот оно здесь. Вот оно здесь. Вперед. Вперед. Скоро придут и сюда. И скоро пиздюлей дадим. Будет Мария Унири. Мария Унири — это что значит? Большое воссоединение. А большое воссоединение — это что значит? Исторически, географически и так далее. Это Романия Мария. Ай, мержи мэди партия. И поэтому я поддерживал этот онлайн турнир. И поэтому просто я был здесь. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал меня. И всем моим братьям с Румынии большой респект. Спасибо всем за игру. Чели Буни. Мулт респект. Мулт норок. Кристина Додя. Мечу Иста. Че фарте бун аранжата компетиция часто. Че мулт сукчес. Туати компетициоли. А ну acest și așa mai departe. Să aveți noroc și să aveți răbdare în Begemon, în table. N-are importanță în ce joc jucați. Așa să zicem, cum a zis nenea domnul Gheorghiu, în cinste Begemonului românesc. Așa să fie întotdeauna. Asta e tot ce am vrut să spun și alright guys, that's what I wanted to tell you today. You see, that's the game. That's why we love this game. You can play the match on a good PR. Actually, on a good PR. On the 21 point match. To play on a 7.6 and you have like minus 8, you could lose, and that's why we love backgammon. And what I wanted to say, Moldova will be connected one day, 1 year to Romania. That's our culture. That's our history. We should be together. We should be together. And please stay tuned, because me, my wife and my kid are going to Romania to see the Dracula castle this week. And that's incredible feeling. That's incredible feeling, because many of you has seen the stories, has seen the movies of Dracula and so on. But it's not about this. Stay tuned, be healthy, and wish you best of luck in this new year. Have a good one. Thank you.